Всем привет! Вы смотрите Белый Герл Влог. И сегодня мы приехали на озеро Донцо, на Волосовский район. Да, соседний с нашим Гатчинским районом. Волосовский, посмотри, сколько машин. 6. Петербург на самоизоляции. Последний день. Наш последний день карантина. Да. Очень жалко, что дует ветер, но озеро все равно голубое. Вот отсюда видно. Оно очень голубое. Пойдем поближе. Расскажу, в чем прикол этого озера. Пошли. Случайный зритель. Отовсюду везде пахнет вообще шашлыками. Класс. Смотри, люди пытаются палатку, наверное, то ли собрать, то ли поставить. Сегодня озеро красивое, правда. Жалко только, что ряд ветра. За ветра. Вот. И мы там из песка вот так вот брали палочки и что-нибудь сделали. Так это знаешь, где было? Вот здесь. Вот там. Смотри, несется. Да. Сейчас улетит. Это парашют. Так вот слушай, в чем прикол этого озера? Это озеро образовалось на месте Кюрлевских карьеров, где добывали, как всегда, стройматериал для строительства Петербурга там и окрестностей. Вот. Возле деревни Донцо, поэтому его так называют. А еще вот, прикол в том, что это озеро является источником той самой речки Оридиш. То есть она вытекает именно отсюда. Здесь ее источник. Картошку. Ой, валяется. Все. Упал. Вот. То есть смотри, где-то вот там находится источник, а оттуда вытекает речка. Оридиш, та самая. Да, то самое место, где берет начало речка Оридиш. Да. А еще может быть и следом вот тот лес. И все это тут... уже на 200 лайков в следующем видео. На 200 лайков, да, и вообще все вот тут вокруг. Да. А пока что еще раз панорамку сниму, красоту эту. Улетай. Мне подруга когда-то сказала, что я могу управлять ветром. А как это? Ну, то есть, я могу сказать...